путешествие «Мир шоколада». Такой развлекательной и познавательной программой завершилась первая смена детской площадки на базе специальной коррекционной школы Биробиджана. На мероприятии дети поближе познакомились с популярным лакомством. Педагоги учреждения в игровой форме рассказали воспитанникам интересные факты и познакомились с отечественными производителями. Подсластили мероприятие шоколадные наборы от ООО «Энником», которые вручили каждому ребенку. Ну а помощь с поиском спонсора оказала депутат законодательного собрания ЕАО Елизавета Славина. При подготовке к нашему мероприятию остро стал вопрос, где взять средства для призов, чтобы поощрить наших активных ребят. И сразу пришла мысль, что непременно отзовется на нашу просьбу Елизавета Владимировна. Первая смена проходила с 1 по 22 июня. За это время каникулы в стенах коррекционной школы провели 29 детей. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.